Всем привет! Давайте приготовим ребрышки в кисло-сладком маринаде. Ребрышки получаются очень нежные, сочные. Подаю с рисом. И для ребрышек нам понадобятся, собственно, сами ребрышки. Лучше брать там, где больше хрящиков. Разрезаем на кусочки и складываем в миску. Добавляем соль, сушеный чеснок, сушеный базилик, молотый черный перец, какую-нибудь приправу к шашлыку, к мясу и сок ананаса. Все это хорошо вымешиваем и обжариваем на большом огне на сковороде с обоих сторон, для того, чтобы придать такую корочку, чтобы запечатать, чтобы весь сок у нас остался внутри. Переворачиваем наши ребрышки, тушим под крышкой на медленном огне до готовности. Всем приятного аппетита!